Посмотрите, что говорит Хафиз ибн Асакир, о котором имам ан-Навави, рахматуллахи алейхима, сказал Хафиз ад-Дунья, что он является хранителем религии этого мира. عن أبي موسى передается, сообщается от Абу Муса аль-Ашари, одного из сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, قَالَ который сказал, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, إِنَّ لَأَشْعَرِيِّينَ запомните, с самого начала, إِنَّ لَأَشْعَرِيِّينَ إِنَّ это воистину. И первое слово аль-Ашариِّينَ. В хадисе встречается слово аш'арити. Слово «аш'арити» встречается в хадисах, достоверных хадисах из сахиха аль-Бухари и Муслима, который приводит имам аль-Бухари и Муслим. Итак, посланник Аллаха, саллиллаху алейху вассалям, сказал «Инна ля-аш'ариин, воистину аш'арити, ида армалу фил газуи», когда их женщины становятся вдовами в ходе военных походов, когда мужчину погибают, «ау калла та'аму иялихим бил Мадина», или когда уменьшается провизия, то есть еда, их семей в городах, в городе, джамау ма кана индахум фи аниятин вахида, они все, то есть собирают все, что осталось у людей, всю еду в одну посуду, сумма катасамуху байнахум биссавия, затем разделяют поровну всю эту еду, делят между собой, фахум минни, они от меня, ва ана минхум, и я из них, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Далее, этот хадис приводит из сахиха аль-Бухари, в Муслиме и так далее. Сахиха аль-Бухари приводит под номером 2486, и имам Муслим приводит этот хадис под номером 2500. А также сам Хафиз ибн Асакир приводит его в своем другом многотомном труде под названием «Тарих Димашк». Том 54, страница 32. Далее, пойдем следующий. Далее, приведем хадис. Потому что посланник Аллаха тоже передается. عن عامر ابن أبي عامر الأشعري. От عامر ابن عامر ابن أبي عامر الأشعري عن أبيه который передает от своего отца عن النبي от пророка который передал в свою очередь это от пророка محمد صلى الله عليه وسلم قال который сказал نعم الحي لأسد ولا أشعريون как прекрасен живой лев здесь идет имеется в виду أبو حي من اليمن и أشعريتي говорит ولا أشعريون لا يفرون في القتال они говорят не убегают во время сражений هم مني وأنا منهم они от меня, и я из них. Обратите внимание, часто он повторяет эти слова в хадисах. Я лишь выборочно некоторые. Также есть другая версия этого хадиса. «Ни'ма л-хайю л-азду вал-аш'ариюн» сказано. Тоже об одном из племени. «Аш'ариту л-хайю л-азд» и «Аш'арити». То же самое дальше. «Ла яферруна фил-китар, ва ла ягуллуна, хум минни ва ана минхум». Далее, следующая версия то и приводится в этом же ключе и указывается в другой версии хадиса о том, что قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал الأزد والأشعريون مني وأنا منهم أزد племя أشعريتو и الأشعريون и أشعريتي مني وأنا منهم они от меня и я из них. Далее смотрите, это сколько версий, везде أشعريتي упоминается в достоверных хадисах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху салям. Куаля Расулуллахи, то есть передается عن Аби Муса, опять-таки от Абу Муса аль-Аш'ари, славного сподвижника пророка Мухаммада, саллиллаху алейху салям, куаля, который сказал, куаля Расулуллахи, посланник Аллаха, саллиллаху алейху салям, сказал, «Инни ла-а'рифу асвата руфкат аль-Аш'ариин бил-Кур'ане». То есть, «Воистину я узнаю голоса аш'аритов бил-Кур'ане». То есть чтением Кур'ана их голоса узнаю. Ва ин кунту лам ара маназилахум, хотя я не вижу их домов. Хина назалу бин нахари. Когда днем имеется в виду. Ва а'рифу маназилахум, я также узнаю об их жилищах. Мин асуатихим, по их голосам, бил Кур'ана бил лейли, когда они их читают ночью, вечером. Ва минхум хаким. Хаким, среди них хаким имеется в виду, это может быть и имя человека, это может быть и описание, как сифа.
مجلس دالي وفي تلقوا بيرشة وحديث اسكازنا توجه بيرجوش أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي بروكا محمد صلى الله عليه وسلم قال كتوريس كازل إني وإستنيا لأعرف الأصوات لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وإستنيا وزنيو غلصا أشعريتو чтением Корана, когда наступает ночь, ва а'рифу маназилахум, и я узнаю об их жилищах, мин асватихим, по их голосам, бил Кур'ана бил лейли, когда они читают Коран ночью. Ва ин кунту лам ара маназилахум хина назалу бин нахари, хотя я днем их жилищ не вижу. Ва фихим хакимун, тоже, среди них хаким, то есть, мудрец. Ида лакия лхейла ау л'адува, кала лахум инна асхаби ямурунакум ан танзурухум. И так далее. И следующая тоже версия, тоже от Абу Муса Аль-Ашхари, радиаллаху анху, вот начиная 166, 167, 168, 169, вот 170, 171, тоже где пророк Мухаммад, саллиллаху алейху салям, сказал, то есть само «Инни ла а'рифу маназил аль-Аш'ариин», «Аш'ариин», «Аш'ариюн». Смотрите, сколько раз встречается в достоверных хадисах пророка Мухаммада, саллиллаху алейху салям. Далее, смотрите, следующая версия хадиса. Кала Расулуллахи, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, уже на 172 странице говорит, «Иннаху это ля-ядуллюди указывает на аля хусни имани аль-ашариин, на правдивость, на чистоту веры аш'аритов». Хусна, то есть иннаху ля-ядуллюни аля хусни имани аль-ашариин, хусна асуатихим бил-Кур'ан. То есть, на правдивость, на чистоту веры, на правильность веры аш'аритов указывает красота их голосов, то есть их чтение Кур'ана. А что вы на это скажете? И в заключение ко всем этим хадисам указывается далее, что когда был ниспослан аят 54 суры Аль-Маида, в котором Всевышний Аллах сказал «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, фасауфа яати Аллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху». И Аллах приведет людей, которые любят, которых Он любит, и которые любят Его. И когда этот аят, аят 54 из суры Аль-Маида, 5 сура в Коране, когда этот аят был ниспослан, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ посланник Аллаха, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, обращаясь к Абу Муса Аль-Ашари, сказал, هُمْ قَوْمُكَ يَا أَبَا مُوسَى. Они, то есть те, о ком сказано в этом аяте, это твое племя, это твой народ. Те, которые выйдут из твоего потомства, те, которые будут следовать за ними. А кто вышел? Кто в потомстве Абу Муса Аль-Ашари известен, кроме Абу-Хасана Аль-Ашари, который... Где? Кто вышел? Абу-Хасана Аль-Ашари, то есть менеджу, методологии которого следовали мусульмане, которых именуют ашаритами вплоть до настоящего времени, он был прямым потомком по мужской линии, девятым правнуком. Вот этого славного сподвижника пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, Абу Муса Аль-Ашари, радиаллаху анху, которому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что это твой народ, те, которые выйдут из твоего потомства, и те, которые будут следовать за ними, и те, которые будут именоваться так. Ахлю Сунной назвал их, то есть следующими прямому, пути. Сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Сам посланник Аллаха сказал, что «Вахум минни ва ана минхум». Они от меня, и я из них. Далее, в другой версии, передается, что «Лямма назалат фасауфа яати Аллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху». То есть, когда вот этот аят 54 был ниспослан из суры Аль-Маида, что Аллах приведет людей, которых любит Он и которые любят Его. Кала Расулуллахи, саллиллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, обращаясь ли Аби Муса к Аби Муса Аль-Ашари, радиаллаху анху, сказал, «Хум каумука я Аба Муса, это твой народ, о Абу Муса». Ау кала, или же сказал, «Кауму хаза», указал на него, другим сказал, «Кауму хаза, это его народ». Я'ни Аба Муса, имея в виду, то есть Абу Муса. Столько хадисов. Достоверные хадисы, я вам сколько их прочитал. Еще много, столько и больше, даже не прочитанных.
который приводится и в Сахих аль-Бухари, и в Сахих аль-Муслима, и в других сборниках хадисов. Даже само по себе название, то, что это название, «Инна аль-Аш'ариин», «Ау аль-Аш'ариюн», что аш'аритами называл сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, говорил, что «я из них, они от меня», «Зухум минни ва ана минхум», что «они от меня и я из них», это уже даже причисление к этому является благородным и является хорошим признаком. А ученые Ахли Сунна, которые следовали именно за тем, зачем следовали, такие как Абу-л-Хасан аль-Аш'ари, в своей методологии, о котором вот здесь вот подробно разобраны все эти вопросы, книга, состоящая из более чем 800 страниц печатного текста, ознакомьтесь, и вы увидите, кто на истине, а кто в заблуждении. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.